Всем привет, друзья, это Радиус. Мы продолжаем наши приключения во вселенной Эли Денджерус. Ну что ж, много времени прошло с момента последней серии, и у меня большая радость. Наконец-то я прокачал силовую установку у нашего тяжелого истребителя Валча. Сейчас мне, слава богу, хватает энергии на все необходимые модули, и не приходится там всячески изгаляться, там что-то отключать, какие-то приоритеты выставлять, постоянно эти приоритеты менять, что-то там выкруживать. Энергии хватает на все. Каким способом я это сделал? Конечно же, с помощью инженера, точнее инженерши, нашей новой волшебницы, которую я недавно открыл. Это Фелисити Фарсир. Или Фелисити Фарсир, кому как больше нравится. Пришлось мне, конечно, слетать за пределы пузыря, чтобы привезти подарок этой инженерше. Там ей нужен был какой-то метасплав. Слетал я в систему Майя. Причем этих систем две. Одна из них пишется через Y, другая через I. Сначала я полетел в систему, которая пишется через Y Майя. Убедился, что это не та система. Затем нашел систему Майя через И, которая находится вне пределов обжитого пузыря. Купил удачно этот метасплав, прилетел к инженерше и улучшил с ней отношения до модификации 5 уровня. Причем я сделал это очень быстро. Быстрее всего прокачивать отношения с инженером путем, так сказать, пробных улучшений максимального уровня, доступного вам. Ну, к примеру, поначалу нам доступно улучшение первого уровня. Мы, значит, пробуем эти улучшения. Можно их не применять к модулям на нашем корабле. Просто делать пробные, так сказать, модификации. Затем, когда доступны станут улучшения второго уровня, уже применять второго и так далее. Станут доступны третьи, применять улучшения третьего уровня. Можно, конечно, ради экономии материалов прокачать инженера до максимума с помощью улучшений первого уровня. Но это будет долго, нудно, и я не думаю, что это будет так привлекательно. Итак, Фелисити Фарсир у нас прокачана. Она обеспечила нам улучшение первого уровня для силовой установки нашего тяжелого истребителя. И этого оказалось достаточно. На 11% я увеличил мощность установки, а не хватало всего 6% где-то. И теперь у меня есть даже небольшой запас энергии на тяжелом истребителе. Также я пособирал материалы для улучшения прыжкового двигателя нашего исследовательского корабля Asp Explorer. Также у Фелисити покрутил немножко прыжковый двигатель. И удалось поднять еще на парочку световых лет прыжок. И на этом у меня материалы закончились. Так что сейчас мы полетим за недостающими материалами, а конкретно за манипуляторами для работы с химикатами. Есть у меня небольшая идея, где их достать. Я очень долго ездил по планетам, искал этот мышьяк, собрал достаточное количество, где-то 15 штук. Собрал еще один необходимый материал, это... Так, что там нужно? Мышьяк, манипулятор. А, исключение из глубинного анализа, конечно же. Очень-очень долго я сканировал эти следы прыжковых двигателей других кораблей. С грехом пополам насобирал 16 исключений. Беда с манипуляторами. Для того, чтобы достать эти манипуляторы, нужно либо находить какие-то источники сигнала, так называемый сигнал после боя, непознанные источники сигнала. Там могут встретиться уничтоженные грузовые корабли Type 9, еще из которых могут выпадать эти манипуляторы для работы с химикатами. Также нужно уничтожать торговые корабли, к чему я пока не очень готов. Черт, вот это я дал. Молодец.
У меня опять новое управление, и, конечно же, я к нему привыкаю. Я опять экспериментирую с управлением. Решил все управление назначить на мышь. То есть, есть там такая хитрая опция, когда я двигаю мышь вправо-влево, у меня корабль двигается вправо-влево. Чуть-чуть, когда двигаю. Когда я сильно двигаю вправо-влево, у меня корабль начинает вращаться. Мне показалось, что такое управление будет оптимальным. Такое оптимальным, и, наверное, оно так и есть. Единственная проблема — привыкнуть сейчас к такому управлению. Давайте прыгаем. Я проложил маршрут до анархической системы с эпидемией. Дело в том, что в системах с эпидемией у нас есть такие точки пространства. Есть точки интереса, где могут встретиться очень-очень много грузовых кораблей. Type 9. Что они там делают? Ну, не знаю, может быть, перевозят больных какие-нибудь, больничные корабли. Или наоборот, эвакуация здоровых людей идет. Не знаю, в чем прикол. Но, по крайней мере, сейчас я хочу попытаться найти вот эту точку сосредоточения грузовых кораблей Type 9 и устроить бойню с помощью нашего тяжелого истребителя. Надо щиты подзарядить. Так, я так понимаю, сколько у нас прыжков там? Два прыжка до системы с эпидемией. Причем система анархическая, за уничтожение кораблей мне ничего теоретически не будет. Ну а практически там, наверное, придется повоевать с пиратами. Хочется мне еще немножко покрутить наш прыжковый двигатель исследовательского корабля. Для этого у меня есть все материалы в количестве 9 штук. И сейчас бы в идеале тоже 9 штук манипуляторов этих насобирать и еще 9 попыток сделать. Дело в том, что у меня двигатель-то прыжковый прокачан практически полностью, но там есть еще все, на 1% его можно улучшить. Мне хотелось бы использовать максимум вообще, максимум выжить с инженера. И вот ради этого 1% улучшения двигателя мы сейчас ввязываемся в эту авантюру. Никак не могу привыкнуть. Вот такие сигналы нужно обязательно изучать. Обязательно смотреть. Слабый сигнал. Ерунда там, конечно, в этом слабом сигнале, но... Давайте, а вдруг... Вдруг попадется что-то. Те же манипуляторы. Те же манипуляторы. В легкую могут попасться. Конечно, вряд ли в таком сигнале. Обычно они бывают... последствия после боя, по-моему. Так называется сигнал. Здесь у нас что? Я лимпеты забыл. Дроны-сборщики поставить. Маяк, механическое захваченные сплавы. Это распространенные в промышленности материалы, которые мало чего стоят. А вот маяк можно просканировать. Что-то мы сейчас, наверное, получим. Какие-то данные. Специальные микропрограммы предыдущего поколения. Измененные пользовательские микропрограммы. Возможно, это понадобится нам когда-нибудь. Так, куда мы прыгаем? Стоп. Да, все, по месту назначения уже прыгаем. В систему назначения. Анархия. Опачки! Топлива-то мало. Нужно сейчас обязательно сначала прилететь на станцию, заправиться. А то мало ли. Ничего себе. А если я... Как это я не подумал. Топливо просто улетает только так. Нужен дополнительный бак, что ли, поставить. На Валчу. Ну что ж, смотрим, что у нас здесь есть. Навигационный маяк. Наверное, все-таки просканировать эту систему надо. Да, мы ее совершенно не знаем. Конечно же, к навигационному маяку летим. И, конечно же, я его пролетел, но ничего, это не так уж и страшно.
Да, что-то я, наверное, так неудобно все-таки управление, потому что трудно вот оценить, насколько продвинуть мышь, чтобы повернуться, да? И насколько продвинуть мышь, с каким усилием, чтобы поворачивать корабль вправо-влево или вращать этот корабль. Да. А, сигнал снова обнаружен. Но сначала маяк. Вот и маяк. Сейчас откроем систему. Это нужно сделать обязательно. Сейчас нам тут, конечно, могут надрать кое-какое место. Но я здесь долго задерживаться не буду. Системные данные загружены. В принципе, сейчас на таком боевом истребителе мы можем сами надрать кому угодно одно место. А вот система. Здесь мы заправимся, скорее всего. Можно? Здесь есть заправка? Брокерская автостыковка, снаряжение, пополнение, дозаправка. Да. Единственное, что нас туда могут не пустить. Теперь смотрим в навигации, какие здесь есть контрольные точки. Маяк колонны. Давайте вот сюда. В маяк колонны. Район катастрофы. Посмотрите, сколько всякой ерунды. Давайте по порядку. По всем пройдемся. Контрольная точка. Самая ближняя контрольная точка это у нас. Посмотрим, что это у нас там такое творится в контрольной точке. Так, стоп, перебрал, по-моему, со скоростью. Нет? Исправится сейчас скорость? Не исправляется. Слишком. Все, ныряем. Очень быстро иду. Вот сейчас и посмотрим, что это за контрольная точка такая. И что там нас ждет около планеты. Планета каменная, а вот я зря, наверное. Прям в планету иду. Да, камешек или ледяная даже. Интересно. Так, мы сейчас скоро выходим. И что здесь за контрольная точка? Так, выключим двигатели. И посмотрим, что у нас здесь. Так, пока ничего. И это все? Ага, во, появилось. Что там? Смотрим. Type 9 Heavy. Корабли властей системы и 4 игла. Куча навигационных маяков. Но один Type 9, один грузовик всего. Один всего грузовик. Давайте посмотрим, что там с маяками. Так, я слышу, кто-то совершил прыжок. Иглов очень много. Слабые корабли, но они могут нам вообще сильно задать жару. Системные данные загружены. А, меня уже атакуют. Я не хочу. Пробивная масса. Не хочу воевать. Я, пожалуй, уйду просто. Вот гады, а. Иглы на меня набросились почему-то. Нет, слишком много истребителей и всего один. Давайте попробуем маяк колонны. А потом в контрольную точку, которая рядом там. Так, на щиты дадим, надо подзарядить щиты. Нам немножко их сшибли.
Какие агрессивные, блин. Пираты хреновы. Нет, ну, может быть, я бы их разбросал. Но, блин, 6 иглов и еще какой-то корабль власти системы непонятно какой. Мне кажется, они бы мне там задали жару. Так, щиты, по-моему, заряжены уже. Я еще с новым управлением еще не привык к нему. Ну вот, начинается. Нет, не будем тратить время. Кто там? Курьер какой-то. Да ты охренел. Они в этом. Они в звене. Причем в серьезном. Не хочу. Какая агрессивная система. Толпами нападают, гады. Источник сигнала. Какой? Слабый сигнал. Слабый сигнал, что это значит? Небогатый сигнал. Ерунда там какая-то лежит. Но все-таки заглянем. Будем уровень опасности 2 даже. Ничего себе. Все-таки заглянем. Вот такие сигналы надо заглядывать. Там тоже кто-то у нас есть. Главное, чтобы нас пустили потом на станцию. Сейчас я вижу какой-нибудь бой, и нас на станцию не пустят. А топлива-то нет. Куда-нибудь прыгнуть. Так, по-моему, я отвлекаюсь. Надо было к маяку колонны лететь. Что здесь? Курьер, ада и водоросли, да? Здесь вообще нечего делать. Да что ж ты будешь? Я сейчас все потрачу. Я ж все могу истратить сейчас дипольные отражатели. Контрольная точка, мы хотели в маяк колонны. Еще там куча районов катастроф каких-то. Маяк колонны. Где он? Где-то сверху, вот он. Так, потихоньку привыкаю к управлению, но нужно еще тренироваться и тренироваться. Для нового управления. Черт, опять перебрал, опять. Давайте сразу нырнем. Чтоб потом перед самой точкой не нырять. Все, подходим, все хорошо. Посмотрим, что это за маяк колонны. Может быть, мне не стоило анархическую систему выбирать с эпидемией. Какую-нибудь, может быть, имперскую или альянса, скорее всего, какую-нибудь системку поближе, которая есть. А здесь уж сильно матерые какие-то, пираты сильно агрессивные. Опасно здесь слишком. Не уверен, что здесь будут куча кораблей Т-9, то есть какой-нибудь сигнал. Но вот у меня большие надежды на маяк колонны. Что там какая-то колонна из грузовых кораблей. Идет эвакуация из района эпидемии. И уже вижу что-то, но уже не то. Два сайдвиндера. И эта вся колонна не может быть. И сейчас, конечно же, опять на меня нападут. Нет, два сайдвиндера — это вообще не серьезно. А, вот. Да, да, это есть, это оно. Ох, ну что ж, попробуем. Гнезда. Меня кто-то уже атакует, да что ж ты, я сейчас разбросаю этих. Попробую разбросать, да блин.
Причем сильно атакуют. Где он? Я их не вижу. Я не вижу атакующего. Курьера имперского, вот он. На оружие надо подать. Какой наглый, а? Температура у меня почему-то. Я его догнать не могу, что ли? А чё я с ним так долго вожусь? Странно. По-моему, он готов. Кто там дальше идет? Он единственный, что ли, был? Наглый самый. Оборудование для химообработки изношенное. Ерунда какая-то. Теперь надо успеть эти вот Type 9 с этими разобраться. На щиты дадим. Интересно, они хорошо вооружены, эти Type 9? Так, давайте сразу, знаете, что сделаем? На, значит, на силовую установку выцелим у Type 9. Где она у него? Давайте посмотрим. Где? Где у тебя силовая установка? Внизу. Вот, вот здесь вот. Так, ну что ж, готов? Энджин и оружие. Стоп. Я чуть не грохнулся. С управлением я немножко что-то. Внизу силовая установка. Давайте выжгем. Он будет? Он будет нам сопротивляться? Да, он сопротивляется. Больно сопротивляется? Непонятно, как он сопротивляется. А все напали на меня или нет? Я расцелил, что ли, его? Цель снял. Температура у меня растет. Надо поставить мне один только вот этот лазер. Черт, он щиты восстановил. Нет, щиты так не пойдет. О, долго я его пилить буду. Че у меня там с этим? Где его там силовуха? Блин, шарахнуть бы ее. Я не пойму, где. Я правильно стреляю? Вот здесь вот, наверное. Что у меня с температурой? Ух ты, что он? Этот специалист. Да, я что-то перебрал. Я ему неправильно зашел. Надо взад заходить, а я ему вперед зашел. Он жирный гад. У меня тем не временем. Да ничего, ничего, сейчас я баночку же съел, нет? Да, баночку съел. По-моему, ему капец. Я надеюсь, на меня не вся толпа напала. Все. Черт, пришлось все-таки применить. Господа, пришлось все-таки применить щитонакопитель. Это жаль. И теперь момент истины. Зачем мы все это делали? Манипуляторы для работы с химикатами. Вот для этого мы и делали. Жалко, что я дронов не взял. Не взял я дронов, да? Груз на корабле. Конечно же, не взял. Потому что сделали очень-очень неудобно.
Грузовой отсек открываем, и даже не надо ничего менять, никакие отключать модули. Как я просто рад, что у нас сейчас хватает энергии. И мне кажется, никто даже не мешает. Это хорошо. Это хорошо, что никто мне не мешает и не мстит. А вот дроны, то, что я не взял. Все, манипуляторы для работы с химикатами есть. Может, еще что-то есть? Изношенные теплорассеивающие, проводящие компоненты, выброшенный теплоотвод. Почему он был же больше этих всякого, всякой этой ерунды-то было больше же. Механические компоненты, проводящие компоненты. Это кто такой? Type 9 Heavy. Новичок. Вот этот новичок, давайте новичок. Тот был специалистом, он все время жрал эти щитонакопители, а вот этот новичок нормально. Интересно, помогло мне выбор вторичной цели силовой установки, чтобы вышибить силовую установку у него. Я опять забыл, где там силовая установка. Давайте его облетим и посмотрим, с какой стороны силовая установка. Сверху. Сверху. Поехали. Давайте держаться, попробуем держаться сверху сейчас. На орудие, на орудие. Не получается что-то у меня сверху немножко держаться. Вот здесь, по-моему, охрана у него заработала. Сбоку как-то держаться, да, наверное, нужно будет. Вот это взрыв! Ни хрена себе они взрываются. На меня кто-то обиделся? По-моему, никто. По-моему, всем вообще наплевать. Оборудование для перегонки химикатов — это не то. Серьезно? Нет манипуляторов? А может, какие-то еще редкие материалы? Механические компоненты, механические... промышленный материал. Но все это не редкие. Вот, настраиваемые компоненты, наверное, стоит подобрать. Теплорассеивающая пластина, проводящая керамика. Оборудование для работы с химикатами. Ой, манипуляторов нет, ничего себе. Так, что там, настраиваемые компоненты, по-моему, редкий в промышленности материал. Давайте его соберем уж тогда, коли уж на то пошло. Так, стоп, 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 сильно я разогнался. Держим, держим, держим его, получил груз, отлично. Ну что такое, почему у меня там плохо управляется, я грузовой отсек забыл закрыть. Давайте еще какого-нибудь новичка найдем, мне понравился.
Shields offline. Under attack.
Warning. Temperature critical. Target destroyed. Cargo scoop deployed. Target cargo dropped. Target shields online. Target destroyed.
Target shields offline. Shields offline. Under attack. Heatsink deployed. Frameshift drive charging. Frameshift drive charging. Engage.
Drive charging. 4, 3, 2, 1. Engage. Docking request granted.
landing gear deployed. Engines disengaged.